Вечер, проведенный в субботу в Дворце культуры энергетиков, оставил у тех, кто решил провести этот вечер интересно, приятные эмоции. Ведь мероприятие проходило в не совсем обычном формате. В летнем дворике, в теплых лучах уходящего лета, звучали сильные голоса солистов Дворца культуры под громкие аплодисменты зрителей. А когда слегка стемнело, прямо здесь, под открытым небом, собравшиеся оказались в кинотеатре на свежем воздухе. Их вниманию был предоставлен документальный фильм «Спадчина». К слову сказать, такая форма встреч очень понравилась посетителям мероприятия. Об этом они говорили, покидая гостеприимный Дворец культуры энергетиков.